Слуцк – новый город на карте KFC. Всего в Беларуси 75 ресторанов международной сети быстрого обслуживания, которые представлены в 19 городах. Хотим отметить, что в Слуцком KFC в приоритете сотрудники – местные жители. В нашем ресторане предусмотрено 30 рабочих мест. На данный момент мы еще продолжаем набор персонала. В наборе персонала нам помогают наши рекрутеры, и они подыскивают персонал в учебных заведениях, на сайтах Работа.бай, Job Club и прочее. Все вопросы можно задать по номеру телефона, указанному на экране. Звоните и welcome в команду KFC. Это точно работа мечты для любителей вкусно покушать. Кстати, для приготовления блюд в KFC используется только цельное куриное мясо от белорусского производителя. Я бы, естественно, порекомендовала попробовать нашу фирменную курочку. Обязательно стоит попробовать наши крылышки и стрипсы. Также из новинок я бы могла предложить нашу chicken pit, сочную лепешку с овощами и курочкой. С 10 до 22.00 здесь можно попробовать те самые блюда из цельного куриного мяса, которые прославили их создателя, полковника Сандерса, на весь мир. В день открытия мы предусмотрели акцию «Наггетсы и кекс при любом заказе, кроме влажной салфетки и соуса». И вот он, долгожданный обратный отсчет. Теперь сотрудники официально принимают поздравления и приступают к работе. Первым заказ забрал случайный Евгений, перейдя в KFC в 12 часов на разведку. Заказал, получается, я купон 17.50, там получается, ну, две картошки, два бургера и два попить. Ну, и там еще, конечно, дают скидочные карточки 10%. Наконец-то в Слуцке открыли KFC, хоть что-то вкусное можно будет поесть быстро, приготовят все. Ну, да, сейчас такая очередь. Да. Очень интересно. В Солигорске надо теперь ездить. Что ты заказал? Я заказал Twisted Junior, лонгер и картошку фри. А почему ты сюда пришел? Потому что я люблю KFC, я был в Минске там, и мне понравилось там. Аппетита, давайте, роняя слюнки, расскажем нашим телезрителям, что приобрели, почему пришли. Ну, это детский обед. Да. Рассказывай, что сюда входит? Сюда входит мороженое, выбираешь допинг, то ли шоколадный или клубничный, маленькая картошка и шеф-бургер. Ты можешь выбрать острый, либо обычный, и сок. Что вам подарили, рассказывай? Нам подарили 6 наггетсов и маффин. И вот такой, я подарю, да? Вот такой вот маффин, смотрите, в подарочек. И, если можно, покажем, вот тут хранятся наггетсы. Приятно? Да. Вот это приятно. Спасибо. Мы приглашаем в KFC, у нас есть акции, хорошие цены, очень вкусная еда. Сама я заказывала. Руководство уверяет, уровень сервиса будет соответствовать международной сети ресторанов быстрого обслуживания KFC.